Всем привет! Сегодня обзор операционной системы Windows 10 Technical Preview. Я установил на виртуальный компьютер VMware Workstation. Так, стоп, я установил на виртуальную машину VMware Workstation 186 мегабайт. Итак, стоп, включаем компьютер. Я установил не на обычном простом компьютере, а я установил на виртуальном компьютере, на виртуальной машине VMware Workstation. Так, подождем, пока он загружается. Windows 10 Technical Preview. Сейчас подождем, пока он запустится, Windows 10. Сейчас ждем, пока он запустится. Сейчас он запустится. Видите, появляется голубой цвет логотипа, похоже на Windows 8. Так, стоп, подождем, пока он подумает. Сейчас ждем, пока он загружается. Вот без надписи, английской надписи Windows. Недавно появилась новая операционная система. Вот, раньше я снял обзор операционной системы Windows 8 RoboAssi Preview. Сейчас мы снимаем обзор новой операционной системы Windows 10 Technical Preview. Сейчас появится на экране. Так, сейчас я остановлю паузу. Видите, появляется надпись на английском «Please wait». Итак, введем пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Enter. Welcome, KCRL-451. Я ввел этот имя из аккаунта пользователя на сайте YouTube. Сейчас остановим паузу. Сейчас оно загрузится, Windows 10. Так, сейчас подождем, как услышим звук. Запуска. Итак, стоп. Итак, сейчас нажимаем пуск. Видите? Видится красивая картинка. Вот сейчас прочитаем. Windows Technical Preview. Evolution Copy Build 9841. Итак, давай посмотрим документ. Найдем мой компьютер. Посмотрим. Смотрим. Сейчас найдем. Так, сейчас давай посмотрим свойства. Так, нажимаем кнопку свойства на английском. Так, этот виртуальный компьютер VMware Workstation. Так, это новая операционная система, качественная. Вам понравится Windows 8 Technical Preview? Так, сейчас найдем мой компьютер. Так, введем VMware. Видите, жалко, что нет свойства системы. Вот, видите, потрясающий звук, похожий на Windows 8. About Windows. О программе. Так, Microsoft Windows Version 64, Build 9841. Это новая операционная система. Итак, давай зайдем Internet Explorer 10. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Итак, нажимаем кнопку. Ой, сейчас.
about Internet Explorer, о программе. Internet Explorer 11, версия 11. Update versions. Так. Now. Нет, это не надо ничего обновлять, не надо ничего устанавливать. Нажимаем Now и Close. Так, стоп. Сегодня мы сейчас устанавливаем. Зайдем в Paint для этого. О, About Paint. Видите, показывается это новая операционная система. Так, лук есть. Так, есть, конечно. Так, давай посмотрим. Так, Skype. Это я не пользуюсь. Это программа, я не пользуюсь. О, давай посмотрим. Погода. Видите, появляется на окошке. Сейчас ждем. Так что, раньше я пользовалась... Раньше я никогда не родился в Советском Союзе. Раньше у меня не было компьютера, я никогда не пользовался старой операционной системой Windows 8. Ой, ошиблась. Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows ME и Windows XP. Итак, сейчас давай посмотрим маус. Мы сейчас, в котором мы находимся, в котором мы живем в Киеве. Так, это новая операционная система от компании Microsoft. К сожалению, лицензионный диск покупать не буду, поэтому покупать лицензионные диски не буду. Видите, жалко, что ну вот, не работает программа. О, калькулятор. Так, сейчас давай посмотрим. Нет, это не будем. Вот, Home. Так, это новейшая операционная система. Так, смотрим на экране. Так, Windows System. Control Panel. Так, сейчас найдем свойства системы Windows 8. RWASM. Preview. Так, это панель управления, жалко, что там нету... Так, стоп, давай выключаемся компьютер. О, давай зайдем в новости, давай посмотрим новости для этого. Windows Firefox. Жалко, что там нету новостей. О, давай посмотрим Welcome to Change. Превью. Welcome to Stage Preview. О, видите, написано. Спасибо, что скачали Technical Preview. Это новая операционная система, вам которая понравится. Так, стоп, выключаем компьютер виртуальный. Ну что, выключаем виртуальный компьютер VMware Workspace. Нажимаем кнопку Put Down. Ну там. Видите? Ну что, вам понравилась новая вам понравится новая операционная система Windows 10 Technical Preview. Ну что, все. Сегодня мы заканчиваем обзор Windows 8. Ой, Windows 10 Technical Preview. Так что для этого. Раньше я никогда не родился в Советском Союзе. Я родился в 1998 году. Я никогда не пользовался Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition, и Windows XP, и Windows Vista. Ну что, все. Увидимся в следующем видео. Благодарим за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки.